17 век. В Италии умирает великий скрипичный мастер Страдивари. Ученик мой, Пиноккио, настало время раскрыть тебе секрет приготовления моего волшебного лака. Подойди ко мне. Не подойду. Наглец! Младенцем я подобрал тебя во Флоренции и научил всему, что сам умел, и сексу. А ну-ка быстро подошел! Будете кричать, вообще уйду. Ну, пожалуйста. Вам надо, вы идите. Ну, я же умираю. За 10 дней до этого. Пиноккио! Иди сюда! Слушай, в общем, я скоро умру, так что приготовься услышать секрет мой. Ну кто ж так готовится? Ты поди стульчик принеси! Умирает Страдивари, Страдивари, умирает! Давай сразу становись на него, давай, давай, давай! На одну ножку быстро и ласточку мне показывай! Теперь повторяй за мной! О, великий мастер мой! О, великий мастер мой! Тайну лака мне открой! Тайну лака мне открой! Давай, прыгай, прыгай, слово великий смотри. О, великий мастер мой! Тайну лака мне открой! О, великий ма... И вот этому идиоту я должен рассказать свой секрет. Я Ванесса Мэй. Дайте скрипочку. Ты откуда, девочка? Из будущего. А до апокалипсиса или после? Во время. А зачем вы птичку мучаете? Отдайте лучше ее мне. Нет, птичку я тебе отдать не могу. Да и скрипку не могу отдать, она у меня одна. И да, и с пустыми руками тебя тоже отпустить не могу. Да что ж я могу-то, а? А покажите мне Кремль. Кремль, да, пожалуйста. Видишь Кремль? И птичка над Кремлем летает, да? Ну все, иди. Куда? Туда. Пиноккио, слезай! Присядь, расскажу тебе, что со мной сегодня ночью приключилось. Приснился мне сон, Пиноккио. Будто бы я оборотень. Будто ровно в полночь у меня вместо ногтей появляются когти. Вместо зубов клыки, и какая-то непреодолимая сила тянет меня в лес. И я бегу в лес, а на моей коже вырастает шерсть. И я бегу в лес, и там, при свете луны, я превращаюсь в волка, в хомячка. Правду люди говорят, настоящий хомячок в жизни должен сделать 3 вещи. Поспать, пожрать и сдохнуть. Тук-тук-тук, кто там? Это мы, соседы ваши снизу, Сидоровы. Знаю, знаю, вы насчет денег за уборку подъезда. Так у меня сейчас нету. Да нет, Страдивари, ну опять вы нас лаком заливаете. Ну сколько можно, у нас уже в туалете такая акустика. В общем, жаловаться мы на вас будем, и кошечку мою отдайте. Какую кошечку? Ну, мою кошечку, забежала к вам, уже 5 дней ее не видно. Ну, сейчас поищу. Вот, вот она, моя хорошая, вот. Вот это что? Что вы с ней сделали, почему она мне не рада? Как не рада? Посмотрите, как у нее глазки блестят. Да она вся блестит, ну-ка дайте ее сюда. Вы что, ее лаком покрывали? Я с вами рассчитаюсь. Не надо, друг мой, это подарок. Приходят тут всякие, а я, между прочим, скоро ухожу в долину скрипичных мастеров. Пиноккио! Я скоро того, ну ты в курсе. В общем, тайну мне тебе надо рассказать. Но перед этим выполни мое последнее желание. Пойди туда, не знаю куда, и принеси то, не знаю что! Да! И пластиковые стаканчики не забудь.
А то ко мне Казанова скоро придет. Здравствуй, друг мой, Казанова. Мой инструмент готов? Это вопрос или предложение? Неважно, неважно. Главное, сегодня на улицу не выходите. Там день гондольера. Веслом по башке получить можно. Ну а если выйдете, не произносите слово «что». Да у меня ж там ученик мой, Пиноккио! Что? Что случилось, Пиноккио? Хулиганы! Избили! Нет, голову перевязали. Ну а почему тогда ты такой грустный? Да кажется мне, учитель, что вы меня совсем не любите. Да как ты можешь такое говорить? А ну-ка быстро перестань! Я ж тебе все отдам! Хочешь стульчик мой любимый? На, собирай! Что тебе еще, скрипочку? Пожалуйста! Хотя она у меня одна! Шапочку мою! На, носи! Что тебе еще? Секрет лака, да? Ну сейчас я за ним сбегаю, подожди! Что, гад? Ограбил старого гения и радуешься? Да это он! Я его узнал! Вон и шапочка моя! Спасибо вам, товарищ Страдивари. Сейчас я его отведу в Кутузку. Там его уже давно Кутузов ждет. Вот так вот делаешь добро людям, а про себя забываешь. А мне ведь, между прочим, скоро... Ух! Вот чувствую такое вот дыхание смерти сзади. Вот этот холодок по спине сейчас у меня пробежался. Мурашки вот эти вот бегают. Да что у меня тут? А вы кто? Смерть. А чего без косы? Так справлюсь. Погоди, смертушка! Я ж еще секрет лака не рассказал! Пиноккио, подойди ко мне! Вам надо? Выйдите! Ну я же умираю! Так мир и не узнал секрет лака великого Страдивари. В одном из украинских театров шла 2056-я премьера спектакля «Евгений Онегин». И все было бы хорошо, но перед самым началом спектакля артисты узнали, что в Стамбуле их ждет коммерческий концерт. И до самолета осталось полчаса. Спектакль нужно было срочно сокращать. Мой дядя самых честных правил... Сперва Татьяну полюбил, а после Ленского убил. Спасибо. Спасибо, это было великолепно. Спасибо. Не кажется ли вам, что это было очень кратко? С чего вы взяли, няня? Мне так показалось. Забыли важные моменты. Знакомство, ссора и дуэль. Давайте я пойду. Онегин. Ленский. Ничтожество. Дурак. Спасибо. Спасибо! Спасибо, это было великолепно! Кто будет звать Татьяну? Ой, давай, зови. Зови. Татьяна! Милая Татьяна! Здравствуйте. Видали и милей. Вы кто? Я светотехник. Светотехник. Где Татьяна? Она просила передать, забыла тапки. В рифму, в рифму. Дома. Ну, я пошел. Куда? Мне надо. Стоп, спектакль нужно срочно нам спасать. Теперь Татьяна, вы. Я! Так, я актриса. Я во втором составе. Давайте, проводите мне рукой по волосам. Сейчас дуэль с Татьяной будет. Знакомьтесь с Ленским.
А Ленской это Таня. А для кого Таня, а для кого Евгений Михайлович? Сейчас придурка этого убью. Ага! На женщину подняли руку! Женщину! Отличный повод для дуэли! Расходимся! Псих! Тупица! По сцене погибаешь ты! Я? Да! А! 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 Коварный оружейник! Рикошет! В рифму! Оу, щет! Оу, щет! Оу, щет! Ну как? Нормально! Все, давай! Ага! Ленский, вы куда? Я уползаю умирать на вахту. Там вызову такси и буду ждать в нем смертный час. И вас. Что? Татьяна, где письмо? Я передам Онегину его. Он умер. Кто? Кто? Пушкин! Пушкин! При чем тут Пушкин? Ты Онегина читал? Нет. Ну, я вам пишу. Я вам пишу. Чего же более... Все, более не надо, я передам. Давайте. Господи, что происходит? Пи-п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 и. Что с вами, няня? Сообщение доставлено, пойдемте быстрее. Письмо Татьяны предо мною. Его я свято берегу. Я к вам пишу, чего же более? Быстрее давай. И ля-ля-ля, и бу-бу-бу. Ответ пиши. А, это моя любимая сцена. Я вас... Да ты уже и вас, и нас, и всех, ты понимаешь? На самолет опаздываем мы, и уходи, веду Татьяну я. Давай, сейчас гадаем на кофейные гуще. Простите, кофе я не пью. Уж плохо, это все для сердца. Что ж ты пьешь? Вино. Гадаем на вине. Ну, хорошо. Что видишь ты? Не угадали! Я красное люблю! Гадаем по второй. Все, а что видишь ты сейчас? Ну, мужик в бабу переоделся. О, да вы пьяны. Вы сами захотели. Онегин, выручай тупой. Ага. О, сцена бала! Давай быстрей! Такси внизу! Ведь рейс никто не отменял. Давай, давай! А? Целуй Татьяну! Здесь только Ленский. Ленского целуй! Так он же мертвый! В лоб целуй! Ну, ну надо так надо! Спасибо! Спасибо! Вы все-таки забыли сцену бала. Ну давай. Все, надоело. Ну что ж, играть так, блин, играть. Онегин! Светотехник! Фу ты, Таня! Ты должен Ольку приглашать. Так что мне, сменщика позвать? Стой, нет, иди сюда. На Ольгу нет уж часа. Играешь сироту, давай, играй. Играйте сироту. Нету. Стою я на вокзале, протянутой рукой. Стоп! Что, переиграл? Или слишком хлопотал лицо? Ну, продолжаем. Так, продолжаем танцевать. Флиртуйте же быстрее, я пока позлюсь. Ночь! Полночь, тишина, на небе месяц уж взошел. Но быстрее, быстрее. Я встал, оделся и ушел. Я согласна. Да целуйтесь, вы идиоты. Нет, не могу.
Не могу. Что вам мешает? Жена и четверо детей. Все, не могу. Но искусство требует жертв. Если искусство требует жертв, то сейчас оно их получит. Ага, целуйтесь, дуэль! Ладно, иди сюда, я поцелую. Я вас убью безжалостно! Вы меня оружие, вы перестреляете! Сперва Татьяну уберите! По-моему, сменщик там гадает без вас! Ваша! Я вас убью безжалостно, вот так! Осторожнее, он заряжен! Не бойтесь, он из пенопласта! О, а можно посмотреть? Давай, быстрее! Вау, а выглядит как настоящий! Он точно не заряжен? Ну, доверяй! Ага. Ну, проверяй. Онегин пал, беднягу жаль, нет времени, все на поклон. Все, по-моему, успеваем. Все, полетели. Ребята, у меня для вас сюрприз. О, хороший. В стихах. Давай, давай, такого времени нету, быстрее. Нет повести печальней в этом мире, чем опоздать на Ан-24. Перемен. ЧП. Минск. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Сегодня команда КВН ЧП попытается вам рассказать об очень интересных людях, которые есть в Беларуси. Ну и начнем мы наш сегодняшний репортаж с замечательной белорусской, новой, никому неизвестной группы. Поехали! Итак, у нас в гостях замечательная молодежная мальчиковая группа «Мальчики-зайчики». Ребят, сразу хотел бы задать вам вопрос. Скажите, как вы пишете свою музыку и тексты? Не пишем мы ничего, не паримся мы. Чужое берем! Я не понял, как-то вы чужое берете. Очень просто. Пошли в киоск, купили аудиокассету любую, послушали, спели. Вы что? Как вы можете вот так вот взять аудиокассету, да, и передрать? Так очень просто. У нас дома двухкассетник, мы перегоняем там и все. Хорошо, замечательно. Ну что ж, давайте посмотрим тогда какое-нибудь из ваших произведений. Пожалуйста, сюрприз для вас. Извините, первый блин комом. Ну, ничего. Ну что ж, мы продолжаем. Но мне кажется, что интереснее всего будет посмотреть на науку, которая, как ни странно, развивается в Беларуси. Именно поэтому мы предлагаем вам посетить очень интересного человека. Человека, который всю свою жизнь отдал на изучение предмета селекция. Иди сюда. Иди сюда. Сядь. Сиди. Что ты сказал? Здравствуйте. 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 Руки убери, сейчас в тыкву дам. Вы, наверное, в арбуз хотели сказать. На голове арбуз, а дам в тыкву. Я понял. Здравствуйте. Вы... Здравствуйте. Ой, еще раз извините. Закрой семечки, застудишь. Закрой, сказал. Сиди. Мне очень интересно, а какие опыты вы еще проводите? Ой, знаете, у нас было очень много опытов. Вот, например, недавно скрестили, представляете, кукушку со слоном. Ой, как интересно, да. Получилось. Теперь это серое, тупое животное бегает по лесу, подбрасывает всем яйца и говорит, сколько ему жить осталось. Я понял, скажите, а, наверное, у вас были неудачные какие-то? Да, вы знаете, недавно скрестили муху с мухобойкой. Да? Вы знаете, очень суицидный вид получился. Я понял. Ну, наверняка у вас что-то было нормальное, такое удачное. Да, 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 да. Вот самый удачный наш опыт, это, представляете, скрестили мальчика с пальчика и девочку с ладошку. И что получилось? А вот что получилось. Вот тогда. Все, извините, я больше этого терпеть не буду. И этого берите с собой. Пойдем, я тебя маме подарю. Ну, а самым главным достоянием
всего человечества. Это, наверное, мой хор. Наверное, мой хор. А нет. Сейчас ребята покажут танцевальный коллектив. А нет, хор. Коллектив. Хор! Ну, как ребята волнуются, а? Не знают, что я сейчас скажу. А я придумал. Итак, встречайте танцующий хор. Что ж, вот и подошло к концу наше выступление. Вы знаете, закончить его хотелось бы словами одной очень замечательной женщины, очень необыкновенной женщины, словами моей соседки. Хватит орать, 3 часа ночи, вы что, все сумасшедшие? Я сейчас вызову милицию. Время вперед уносится, грустное забывается. Все, что тебе не нравится, лучше не замечаю. Просим любить и жаловать, сделано в Беларуси. Эти деньги осенние, помни, не забывай. Мечта сбывается. Игра приходит нам порой не так. А все хорошее не забывается. А все хорошее пьеса «Кому на Руси, а кому и жить хорошо». Действующие лица. Барин ходил на медведя с голыми руками, а вернулся без. Не дурак выпить, а так дурак.
маменька знает силу трав, приговоров и мужскую. Любит работать, но все никак не доводилось. Дочь Елена владеет силой красоты, но не пользуется. Те же и Ерофей. Те же без Ерофея. Дочь моя, в город еду за пряностями. Чего тебе привезть? А привези мне, батюшка, пряностей. Да, да пряностей я и так привезу, а тебе чего хотелось бы? А мне, батюшка, хотелось бы пряностей. А кроме их чего хотелось бы? Ну, может, бусики или медвежонка? Да, бусики или медвежонка. Да что ж ты будешь делать-то с ним? Не мучьте меня, батюшка, везите уже пряностей. Ну иди, 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 иди. 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 И... Барин, барин, не вели казнить, вели слово молвить. Говори, Ерофей. Скотина ты, барин, а теперь вели казнить. Молодец, Ерофей. Да, я молодец. И дочь молодец. И дочь молодец. И маменька. И маменька молодец, а ты скотина и подлец. А я молодец, ой, какой я молодец, и нет больше молодцов. И только я молодец. Прости, барин, нечистая попутала. Ты молодец, а я скотина и подлец. А расскажи, батюшка, как ты с маменькой познакомился? Ну, поехал я как-то в область на ярмарку. Приезжаю на ярмарку и вижу девица красоты невиданной. Я говорю, красавица, а поехали ко мне в усадьбу. Ну, приезжаем мы в усадьбу, а там маменька. Вот что, Ерофей, слазай-ка на колокольню, да посмотри, скоро ли там, понимаешь, зима. А заодно и на колокольню слазаешь. Сон мне был, душа моя, барин, будто прихожу я к вам в усадьбу, а там вы меня встречаете. Ну, здравствуй, Ерофей Егорыч, говорите. Егорыч? Егорыч. Чего стоишь? Садись. Ну, а ты? Ну, я, конечно же, сел так. Потом вы меня спрашиваете. Ерофей, можете денег дать? Ну, а ты? Не надо! Правильно. Потом подошли так ко мне, так топ-топ-топ-топ-топ. Встали на колени. На колени? На колени! И молвили. Ты, Ерофей, молодец. А я скотина. Подлец я. Рабовладелец. Дай мне в морду. Ну что он был, барин, ну что ж вы в самом... Идиот! 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 Заткнись. А я вчера свадьбу видела. Букетик кинули, а я поймала. Злая ты. Тебе-то все равно, какая девка могла замуж выйти. Все ходишь без дела, хоть бы матери помогла. Вон она одна не справляется. Вот. Барин, а полезу-ка я лучше на колокольню. Давай. Барин, барин, известия из Москвы худые идут. Что за известия? Из Москвы худые идут. Может, они развеселят маменьку? Позвольте, барин, она и так весела, как никогда. Так и прыгают бесенята в глазах. Ну, ха-ха, здорово, худые! Взгляните, маменька, на худых! Ха-ха-ха. Ну, вижу, вижу, чего вы хотите. Дочь мою сватать пришли. Отдай свиням. Ну, дочь моя, любы тебе худые? Любы, батюшка. Особенно вон тот, худой. Да какой из них? Синенький.
Ну, быть тебе синеньким. Барин, барин, известия добрые идут. Что, добрые идут? Нет, худые уходят. Ну, потешили москвичи. Не смеялся я так с тех самых пор, как оглоблей семерых крепостных девок придавило. Что же мне делать-то с тобой, а? Отдам тебя за первого, кто сюда войдет. Да. Вот за того, кто сюда войдет, и отдам. За первого отдам, кто сюда войдет. Дочь свою. Дочь свою отдам. За первого отдам. Лес рук. О, здорово, зятек! Батюшка, я за кота не пойду! Это еще почему? У нас дети некрасивые будут. Так то не кота вина! Маменька, ну скажите батюшке! А сейчас скажет она тебе. Слышишь ты, разумеешь ли, ах ты, злодей, злодей! Добрый молодец! Ерофей! Ты жив? Отдай мне лопатой по спине. Зачем, барин? А все равно хуже не будет. Во моем ли саду соловей поет, соловей поет. Громко сыщет. А я думал, хуже не будет. Тесно мне! Барин, барин, сюда царь идет! Какой еще царь? Ну наш царь, батюшка, царь идет сюда, царь! Тьфу ты, черт! Откуда он тут взялся? А мне тут маменька как назло. Вот так лучше. Ну, здорово, царь-батюшка. Здорово. Как жизнь? Нормально. Курить есть? Последняя. Покурим? Потерпим. Не понял. Да все ты понял, царь-батюшка. А это кто? Маменька. А че накрытая? Надоело. Что, дочь твоя, что ли? Угу. А чё не накрыл? Темноты боится. Я б накрыл. Ну, а ты-то как? Да, кручусь, верчусь, в Москву поехать хочу. А в Москве что? В Москве, брат, перспективы, карьерный рост. Ну, как хочешь. Смотри, это здесь ты царь, а в Москве ты никто. Там свой царь есть. Ладно, я пошел. Ерофей, ты что, спятил, что ли? Зачем тебе розовый молоток? А вот зачем! Ерофей, ты что творишь? А вот что! Ерофей, Ерофей! Сколько будет дважды два? Ой, слава тебе, Господи. А вот сколько! Еще раз, дурак! Ну вот и все, любовь моя, остались мы вдвоем. And then later, when it gets dark, we go home. Поехали! Давай! Веселые парни все время орут, они приходят туда, куда их не зовут. У них
самые жуткие. Мы из Пятигорка. Да-да. Мы из Пятигорска. Да-да. А ты костюмов остались одни рукава. Они скоро выйдут, чем мать родила. Они ищут толстых, богатых дядек. И привозит трамвай, и увозит раки. Мы из Пятигорска. Конечно, еще есть один парень из Кисловодска. Из Ессентуков, из Жербатов, даже из Горохозна. Мы из Пятигорска. Но в основном, конечно же, все мы из Пятигорска.